Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Надежда, и это интернет-проект Фаберлик Онлайн. В этом видео покажу вам новинки нашего 6-го каталога. Взяла я в основном товары для дома. И кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. У нас в коллекции по уходу за собой появилась вот такая вот мочалочка бамбуковая. Интересная такая мочалка, мне она понравилась. Приходит она вот с такой вот упаковочки. Вот так она выглядит. Смотрите, какая большая. Мочалка из бамбука. Она длинную имеет ручку такую, которая позволяет вам достать до проблемных мест, там, куда вам тяжело достать, как говорится. Классная такая мочалка, мне очень понравилась. Здесь она вот так вот глубоко сунута, и я так думаю, что там, естественно, там поролон. Я так думаю, да. Длину она имеет 47 сантиметров на 10 и на 5. Вот такая вот мочалочка. Сделана она из натурального материала. Здесь бамбук идет, и лен, и хлопок, и еще полиэстер. Ну, полиэстер, я так думаю, что это мочалка, которая вставлена внутри. А сам вот эта вот сама ткань — это бамбук, хлопок и лен. Вот такая классная мочалка. Мне она понравилась. Достаточно такая плотненькая, хорошенькая. Присмотритесь к ней, советую. И следующее, что я вам хочу показать. У нас в детской коллекции появились классные часы. Вот такие часики. Представлены они в двух видах. С машинками и вот такие кошечки. Я взяла с машинками, так как у нас детскую комнату подходит именно вот такой вот цвет. Потому что там обои такие, сочетание очень красивое такое. И часы мне очень понравились. Вот такие вот часики. Посмотрите, какие они классные. Часы настенные. Машинки идут. Артикул у них 11708. Здесь идет пластик, корпус, ну, стекло, естественно. Классный рисунок, такой яркий, насыщенный. Очень мне нравится. Размер у них 23,7 на 23,7. И нас 4,9. Вот так они выглядят. Толщина вот такая у них. Здесь от стенки, чтобы они отходили, есть такие ножки. Чтобы это как-то у вас не болталось, а висело ровненько все. Очень хорошо все сделано. Качественные достаточно часы мне понравились. И сам дизайн мне очень-очень понравился. Я думаю, что детишки будут довольны таким часам. В вашей комнате, в детской, очень классные, мне понравились. И следующее, что я вам покажу, это в коллекции для дома у нас появились вот такие классные стаканы, креманки и фужеры. Я взяла из этой серии только стаканчики попробовать. Взяла я цветом изумруд. Взяла на пробу посмотреть, как это выглядит, нужно ли мне еще что-то докупить. Но хочу сказать, что, посмотрев их вживую, решила, что мне нужно еще прикупить креманки. Настолько мне понравились эти стаканчики. Приходят они вот в такой коробочке. Так красиво оформлены, на подарок, очень здорово. И вот так выглядят сами стаканы. Их два в коробке. Это стекло, красивый цвет, очень-очень красивый. Даже сказала бы, что это не изумруд, а оливковый цвет такой. Очень нравится. Замечательные стаканчики. И даже на подарок взять просто здорово. И вот, увидев их вживую, решила, что обязательно прикуплю себе к ним креманки. Настолько они красивые. Понравились мне в каталоге. И следующее, это уже будет новиночка из серии Секрет Фарма. У нас появляется вот такая зубная новая паста. Новая паста для восстановления и укрепления эмали. Ну, выглядит она так же, как и вся паста из серии Expert Pharma. Люблю я эту серию. Постоянно беру пасту именно из этой серии. Люблю в основном я
концентрированной зубной пастой 200+. А в последнее время я пользуюсь вот отбеливающей нашей новиночкой 200+ тоже. И вот вышла новая серия. А что заявлено об этой пасте? Что это? Восстановление эмали, обладает особой эффективностью, содержит ингредиенты высокой концентрации, делает зубы более прочными, имеет антибактериальный эффект, обеспечивает восстановление эмали и защищает от зубного камня и налета. Но я вот не знаю насчет, чтобы зубная паста восстановила эмаль, как-то я к этому отношусь скептически. Но паста мне сама понравилась. Она не сильно пенится, нет такой обильной пены, как от пасты 200+. Когда вот даже маленькую горошинку, если вы на щетку нанесли, то пены большое количество. Здесь такого нет, здесь пена средняя. Но паста очищает очень хорошо, мне понравилось. Эффект свежести присутствует на ваших зубах, во рту, в полости рта. Очень классная зубная паста, мне понравилась. Ну вот скептически я отношусь к восстановлению эмали. Ну посмотрим. Вот такая вот паста. Ну все, мои дорогие зрители, это были все новинки, которые я взяла попробовать. Надеюсь, что вам был обзор мой интересен. С вами была Надежда. Всего вам доброго!